как-то, а? Ну что такое? Да блин, ну нет. Серьезно? В смысле, блин? Да как? Да почему заново-то? Да сюда, ну как так-то? Ну что такое? Что за бред? Я же делаю все, что надо. Ну... Бля, давай, тварина маленькая, прости меня за такие слова. Всем привет, с вами Александр, и вы на канале Bourbon Play. И мы продолжаем играть в игру Ори и Воля Огоньков. И, соответственно, давайте продолжим. Не забывайте ставить лайки, то есть на мой канал. На мои видео. Смотрите эти видео до конца, для меня это очень важно. Хотя бы минут 10 посмотрите, если вам действительно нравится это прохождение. Но если не нравится, то предлагайте свои варианты решения, что мне нужно делать, чтобы вам нравилось. Чтобы вы смотрели меня, то есть до конца, ставили лайки, оставляли комментарии под этим видео. Все, ладно, не буду мусолить все это, давайте вперед, продолжим. С вами Bourbon Play. Так, чтобы восполнить... ну все, то есть я его сохранился в предыдущей части вот здесь. То есть настроил телепорт. И, соответственно, давайте продолжим. И его, кстати, взял новый этот скилл. То есть теперь я вот так вот могу типа молотом бить. Типа молотом. Так, надо как-то забраться наверх, но я не знаю, как это сделать. Так, подожди. Надо как-то забраться на... А, чё, я не там пытаюсь. Все, идем. А, подожди. Голдишка чуть не пропустил. То есть, видите, вода грязная. То есть, для тех, кто не смотрел мои ролики, а это один из тех роликов, которые вы посмотрели первый раз на моем канале, то вот эта вот красная вода... Ой-ой-ой! Та-та-та-та-та! Она грязная! Видите, она мне урон наносит. Поэтому... Да куда ты пошел? Не надо мне туда идти. Назад иди. Ну все, вот, давайте, вперед. Я за очищенную воду. Вот, а здесь она, видите, чистенькая прям бежит. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Возможно. Возможно. Давай помоемся. А то вода была грязная и вонючая. Так, хорошо. Так, мы куда-то забрались. То есть мы вот практически уже дошли до мельницы. Я думаю, наконец-то мы до нее дошли. Надеюсь, это она. Соответственно, давайте... О, бля! Ни хрена ж тебе! Ты кто такой? Помоги мне, обезьяна! Ни хрена ж себе, я испугался. От нее есть Марат! Жесть! Жесть, ребята, это что такое? Идем же, поспеши! Уходим, 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 уходим! Уходим! Валим, валим, валим! Давай, 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 давай. Да, 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 да. Давай, 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 давай. Молодец, умничка. Умничка. Жесть, это что такое? Охренеть. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. Как так-то, а? Ну что такое? Да блин, ну нет. Серьезно? В смысле, блин? Да как? Да почему заново-то? Да сюда, ну как так-то? Ну что такое? Что за бред? Я же делаю все, что надо. Ну... Блядь, давай... Тварина маленькая, прости меня за такие слова. Да в смысле, блядь, я же... Давай, 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 давай.
Хорош. Хорош. Еще, еще. Давай, давай, давай. Я верю в тебя, я верю. Отлично. Великолепно. Давай, 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 давай. Есть. Красавчик. Красавчик. Да, детка, да. Да, блин. О, неужто мы мельницу сделали, ребята? Вот как я и обещал, мы мельницу, скорее всего, сделали, потому что вода чистая, просто вот чистейшая, просто, блядь, пить можно, блядь. Главное, чтобы не ссали в нее всякие. Так, замечательно. Вода снова течет. Быстрая, чистая, чистая и быстрая. Смелости тебе не занимать. Смелости и мокрости. Надо рассказать Квалоку, сегодня счастливый день для всех обитателей острова. Ну или что-то было. Отлично. Блять, опять к нему идти? Так, а там есть телепорт? А, я вот сейчас использую телепорт и все. Ладно, пойдем. Задание обновлено, тихая мельница. Возвращайтесь к Квалоку. Так, может тут что есть интересненькое еще? А, нет, это понятно, это опять то же место. А, теперь же я плавать могу. Давай, 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 давай. Отлично. А, вот. Великолепно. Поплыли. А, нет, тут все. Теперь я плавать могу. Замечательно. Уху. Да, детка. Да. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Всплывай, 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 всплывай. Шикарно. Гарликовая руга. Руда. Опять ты. Да иди нафиг. Да я пошел в задницу. Я что, драться не могу, да? А, понял. Да блин. Пошел ты. Великолепно. Вот так. Пошел вон. Ух ты, как я могу. Пошел вон. Так. Ты кто такой? Пошел вон, я сказал. Нет, не то. Не нравится мне. Ну блин, ну. Нет, нафиг, не хочу. Я буду лучше мечом бить. Может, она и мощная, но. Неудобная. Ну, видишь, как махом разобрался почти. Ай-яй-яй. Да блин. Что вы достали? Так. Отлично. Замечательно. Вот так. Вот. То, что надо. Меч — это то, что надо.
Пошел, 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 пошел отсюда. Замечательно. Ни хрена. А, я драться не могу, да? Жаль. То что такое? Так, уходим, 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 уходим. Пошел вон. Пошел. Ах ты ж. Давай, стреляй. Сюда, давай, давай. Зараза. Давай. Не, стреляй. Вот так. Что такое? Куда плыву, вообще не понимаю. Это что такое? Так, назад. И что такое? А, ясно. Да пошла ты, гребаная рыбка. Куда я плыву? Какое-то секретное место, что ли? Так, туда я не допрыгну. В смысле? Ты офигел? Попутал или что? Так, подожди. Надо восстановить хпшечку. Так. Тут ничего нету. Вперед. Течение. Отлично. Вперед. А, понятно. Нет, давай сначала вверх. Надо. Да в смысле? А, ни хрена ж себе. Да пошла ты. Ай-яй-яй. Что ж такое-то, а? Ну как так-то? Ну давай уже, а? Наконец-то. Господи. Ну блин, что за. Ну ладно, так тоже сойдет. Давай выше, блять. То же. Пошел ты, давай. Слава богу. А, туплю, туплю. Скорее всего это да. Вот. Все, все. Благодарю. Вспомнил, блин. Давай. Нет, наоборот. Да, блядь, не туда, вниз. Еще. Вот так. Замечательно. Давай, 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 давай. Опа. Вперед. Слава богу, блин. Да, детка. Так, а чё, я здесь, по-моему, был, да, уже? Я ж, по-моему, отсюда приплыл. Да, отсюда я приплыл.
Так. Отлично. Великолепно. Надеюсь, это стоило того. Так, голдишка. А туда как-нибудь могу попасть? Не-не-не, не хочу я обратно. Че, и все что ли? Ради этого я плыл сюда? Вы издеваетесь? Ради этого я сюда плыл. Прям серьезно. Ясно. Все ясно. Я вас понял. Бред какой-то. Какой-то бред просто. Просто вот зачем? Я бы уже давно, блядь, прошел все. Не все, но там. Что я там делал вообще? Да куда ты? Шел вон. Шел вон. Пошел вон, к самураям не лезь. Ну все, что, выходим. Выходим. Такое. А чё и зачем? Так. А еще чуть-чуть, мой хороший. Еще немного. Мне кажется, я только зря время потратил. Так, это где я? Так, я вот здесь. Хорошо. Сейчас тут. Тут что? А, угу, хорошо. Понял намек. Так. Так, это куда ты? Куда я забрался? Здесь я не был еще. Да, детка. Здесь я не был. Подожди. Ага. Ну что ж, давай. Боевое святилище зашли. Теперь надо как-то справиться с врагом. Пошел вон. Да иди ты нахрен. Ты имеешь дело с самураем. Нифига как я могу. Нифига. Так я могу еще это как-то... Делясь... Да, как там правильно сказать?
Да блин, иди нахрен. Да в смысле? Да ну вас. Да ты издеваешься. Ай, нет. Когда я дерусь, то есть я могу в воздухе продлевать прыжки. Ладно, давай еще раз. Сейчас я их точно сделаю. Вот, видел? Давай, иди сюда. Сдохни. Ты что, двое там? Их, походу, двое. Да. А я могу обратно? Минус один. Отлично. Да, он жесткий. Всех вместе, всех вместе, вот так. Ай, чё я туплю? Могу я обратно посылать? Да, отлично. Великолепно. Да жесткие вообще. Минус, блядь. Замечательно. Фух, ребята, это нечто. Улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. Чем больше улучшений для ячейки осколков вы найдете, тем больше осколков вы сможете использовать. Все ясно, понятно. Это круто. Так. А, вот она, получается, осколки. Да, осколки. Так, это что у нас? Вы наносите и получаете. Нет. Вы притягиваетесь к одному врагу за прыжок. Нет. Вы притягиваетесь в сферы с расстояния равного половине экрана. Равного половине. Ну, давай, пока ее используем. Пока ее. Не-не-не, ее-ее. Все. Никак, да? Ладно. А восстановить могу хп? Нет, да? Ладно. Ладно. Так, это где я иду, получается? Так, так, так. Нам-нам-нам-нам-нам. Надо идти вниз.
И прямо. А это что такое у нас? Вот это. Благоустройство, все ясно. Все ясно. Пошел вон. Достали. Так. Так где я? А, тут медведь. Все понял. Пока. Ладно, пойдем разбудим медведя, так и быть. Поможем нашему Моки. А, ну тут надо ему, наверное, дать. Это ему, наверное, надо дать. Я уже давно тут стою. Этот медведь все никак не просыпается. Если найду что-нибудь покрупнее травинки, то попробую еще разок его пощекотать. А, ну нет, да, значит, ладно. Значит, не ему трава предназначалась. Значит, не ему. Ой, чё. Да куда ты? Так, это что у меня получается? А, вниз надо, да? Ага, ладно. Так, тут я был, да, говоришь? Нет. Горлекова руда. Вы нашли руду с ее помощью искусственного... Это понятно, это вы уже знаете, что с ее помощью там то-то, то-то. Ай. Так, поплыли. Замечательно. Замечательно. Так, хорош. Ага. Так. Почти пришел. Почти пришел. Так, надо найти. А, понятно. Надо найти, кому предназначалась эта трава. Блин. Так, давай построим тебе дом, так и быть. Так, стопэ, стопэ, все. Так, давай построим дом этому чувачку. Так, давай. Отлично, прямо сейчас и начну. Домики Моки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы, горлики, строить умеем. А все, больше нет, не то. Так, иди сюда. Ай. Вот, что ты мне дашь? Гром построил славную хижину, в славной хижине и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уж не такой тихий, как прежде. Ключ от хижины. Отлично. Вся семья в сборе, обновлено. Так, давай, надо что-нибудь улучшить, наверное. Давай, улучшение. Так, усовершенствованное притяжение. Нет. 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 Вы притягиваете все расстояния. Нет. Давай вот этот. Великолепно. Так, хорошо. А, здравствуй. Так, шляпа нет. Ладно, пойдем. Сейчас хпшечки жахнем. И пойдем. Пофиг. Сейчас мы тут излечимся. А, подожди, там же, по-моему, у черепахи был этот, да? А, нет, у нее нету... Как она называется-то? Телепорта. Так, дойду.
Так, давай, может тебе нужна земля там? Полагаю, это все твоя заслуга. Когда узнаешь, как разобраться с остальными бедами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в том погибшем лесу на востоке, бродить по ней не так-то просто, эх. А когда кричащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Чего несешь? Ай. Хорошо, что мы оба целые и невредимые, и к тому же нашли то, что искали. Ну или оно само нас нашло. Меня впечатлить непросто, но должен признать, что я тебя недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Ну давай. А, ну, смысл. Хорошо, буду начеку. О, ты кто такой? Талли какой-то. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного, но дух. Родные мне вас рассказали. Рассказывали, такие как ты когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь, но я же уже почти забыл, каково это чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Как успехи, дух? Получилось найти семена? А, вот какой-то есть. В отличие от своих сородичей ловцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а луной. Тогда приступим. И чё? Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы. Эти занятые растения тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Не хочешь еще немного поогородничать? А мне нечем больше огородничать. Озеленение полей. Новое побочное задание. Ладно, я не знаю, что это все значило, но... Пошли. Так, тут я не пройду. Так, это где я сейчас? Так, так, так. Ладно, пойдем вниз. Так. Вниз. Ай-яй. Внизу какой-то зайчик меня ждет, судя по карте. Да блин. А, вот. Привет, тот ворчливый птиц сказал, что все моки благодарны тебе за помощь. Видно, лопоухость не мешает тебе заводить друзей. Лопоухость. А, я понял, что надо делать. А иди ты нафиг. Не хочу. Заморачивался. Да пошел ты, а? Достали мне. Так. Да стой. Так. Отлично. Пошел вон. Так, ладно, так где я? О, почти пришел. Так, подожди. Наверх. Так. А, тут я был. Да, тут я был. Так. Чё, я правильно иду же, да? Да, вроде правильно иду. Да. Отлично.
Ломаный. Приветствую тебя, дитя. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители топи перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на востоке открыт, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют Крик. Ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Так, отлично. Отлично, отлично, великолепно. Тихая мельница. Выполнено. Новое задание «Пропавшая подруга». Так, ребята, не забывайте обязательно ставить лайк на это видео, оставлять свои комментарии, делиться им, подписаться на меня, если вы еще не подписаны, и, соответственно, с вами был Бурбон Плей, и мы продолжим в следующей части. На этом мы закончим. Всем пока!